Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собрали сотрудники Краевого следственного управления. За неделю они подготовили к отправке около 5 тонн продуктов. Большую их часть составляют крупы и консервы. Также следователи приобрели постельное белье, детское питание и другие необходимые вещи. Долг офицера Следственного комитета России не только тщательно и ответственно подходить к выполнению своих служебных обязанностей, но и проявлять сопереживание людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ближайшее время собранную гуманитарную помощь отправят в Луганскую и Донецкую народные республики.